Почетный железнодорожник – ведомственный знак Министерства путей сообщения СССР, которым награждались работники Федерального железнодорожного транспорта за наивысшие и стабильные результаты труда, разработку и внедрение достижений науки, техники и прогрессивной технологии, являющихся большим вкладом в развитие и совершенствование деятельности железнодорожного транспорта, а также за самоотверженные действия, связанные с обеспечением безопасности движения поездов, жизни пассажиров, сохранности грузов, багажа и другого вверенного имущества. Сегодня мы поговорим о цене первого типа знака «Почетный железнодорожник». Первоначально утвержденная 17 мая 1934 года награда называлась «Значок почетному железнодорожнику». С 1964 года она стала именоваться знаком «Почетному железнодорожнику». В 80-е и 90-е годы железнодорожники награждались знаком «Почетному железнодорожнику» с изображением электровоза ВЛ-5. Наш же тип знака, о котором мы сегодня поговорим, был с изображением паровоза «Иосиф Сталин». Этот знак начал выпускаться с 1934 года. Лица, награжденные знаком «Почетный железнодорожник», имели ряд льгот. Например, награжденные им железнодорожники имели право на бесплатный проезд в вагонах категории СВ, если они все еще работают в отрасли или вышли на пенсию по старости. Знак с номером 1 был вручен железнодорожнику-новатору Семену Васильевичу Кутафину за разработку новой системы прицепления и отцепления вагонов, организацию труда кондукторов и дежурных по станции, ну и другие новшества, внедренные всеми железными дорогами СССР. В среднем наш знак оценивается от 17 до 25 тысяч рублей, но цена может идти выше. Например, если в 2019 году такой же знак на аукционе был продан за 20 тысяч рублей, то сейчас за него дадут 25. Знак, который имелся у меня в коллекции, я продал в 2019 году за 8 тысяч гривен или 22-23 тысячи рублей. Если этот ролик был вам интересен и полезен, пожалуйста, оцените его лайком, а также подпишитесь на канал. Буду рад видеть вас в своих соцсетях и всем до новых встреч!